на видеосвязи курорт Ялта. Здравствуйте, все, кто нас сейчас смотрит. Прогуливаясь по набережной, попадаем на какой-то фестиваль. Город Золотой написано. Что это сейчас посмотрим? Видели, как валит? Еще концерт не начался. Какое-то вступление. Фестиваль «Город Золотой». Шатер номер один, шатер номер два. И расписание проведения фестиваля. Выставка и так далее. Здесь на сцене должны давать нам жизнь артисты и музыканты. Идет подготовка. Культуры 19 века занимает вальс, появившийся в начале века. Он задает характер всем бальным действиям. Самые знаменитые и талантливые композиторы считали своим долгом написать музыку для вальса. Даже Грибоедов писал вальс. И сегодня мы услышим вальс, написанный писателем в 1823 году. Thank you.
увлекаются культурой Крита и Японии. В таком наряде по Ливадийскому дворцу прогуливалась Александра Федоровна, супруга Николая II и великие княжны. Герою чеховского рассказа «Дама с собачкой» тоже изображают в платье той эпохи. Появляются сложные пышные прически, украшенные жемчугами и перьями, и высокие шляпы, окрашенные богатым декором. Перчатки становятся более длинными, закрывая руки выше локтей. У кавалеров вместо шейных платков появляется галстук-бабочка. Декоративно-прикладному творчеству на тему «Фантазия осени» проводит мастер-класс руководитель декоративно-прикладной студии «Филиал номер 3» Каспинский поселковый клуб Барышникова Любовь Михайловна. А в шатре «Золотая коллекция» параллельно проведет свой мастер-класс «Крымский натюрморт на плейнере» преподаватель экономико-коммунитарного колледжа. Но мы продолжаем, и вниманию вашему вновь Ялтинский духовой оркестр Ялтинского театра духовой музыки дирижер Валерий Лукьяненко. Thank you.
продолжается арт-фестиваль «Третий Ялтинский город золотой». Даже забыл, какой сегодня что. А? Что такое сегодня? 8 октября 2022 годик. День субботы. Как-то выбило.